Наидобрейшего времени суток, дорогие друзья, с вами, как всегда, Док Браун, и сегодня у нас необычное, вообще нестандартное абсолютно видео, у нас сегодня анбоксинг вот этого вот такого черного пакета. Да что же там может такое быть, а? Вот как думаете? Вот сейчас мы будем это все с вами анбоксить. Да. Сильно не серчайте, анбоксинг записываю я первый раз. И что же мы видим? Вот в такой вот бандуре, вот это вот, в таком вот пакете. Вез я это чудо. Все, туда его, оно нам больше не надо. А здесь у нас PlayStation 4. Сразу с GTA 5. Собственно, вот такое вот чудо. О, Господи. Как же долго ждал я этого момента. Давайте посмотрим, что у нас тут. Консоль у нас приехала из Европы. Европейская версия. В общем, ну, по сути, она на самом деле ничем не отличается от любой другой версии, потому что поддерживает игры, купленные и в России, в Америке, в Японии. Где бы вы ни купили, короче, игру, собственно, консоли, они работают одинаково. Короче, неважно. PSN, все дела, это все тут уже общее, и это все уже мелочи. Так, открываем одну коробочку. Здесь находим другую. Наконец-то. Одна коробка, вторая коробка. Иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц еще где-то там. Короче, запечатали, так что будь здоров. Давай. Момент истины, это куда вот. Знаешь, когда вот распечатываешь что-то новое, что-то вот такие ощущения просто. Так, тут у нас, собственно, чеки. Что там, гарантичка у нас. Ну и, конечно же, первое, что лежит сверху, ну ты посмотри на это. Глянь. Класс. GTA 5. Все, теперь я присоединяюсь к людям, которые шутят про переносы GTA 5, потому что теперь мне уже абсолютно все равно, когда оно выйдет на ПК. Вот такие вот дела. В общем, будем играть, будем проходить, на Twitch будем стримить. Короче, будет интересно. Так, это мы откладываем, собственно, в стороночку. Все как надо. Так, что же дальше? Дальше у нас тут идет какая-то макулатура. Это подключение, подключите это туда, это сюда. Еще камеры отказываются фокусироваться почему-то, ну да ладно. Так, тоже откладываем. Дальше. О, Господи, хорошо запаковали. Так, собственно, еще какая-то макулатура от Sony. На просто туча языков разных. Вот так должно быть, наверное, видно, да, там самое, в общем, короче, куча барахла, которая, собственно, нам и не нужна, нас и не интересует. И вообще ощущение просто вот этот. Все, просто класс. Дальше. Геймпад. Туда же без него. Новый, классный. Да, иди к папочке, а ты посмотри на это чудо, а? Глянь. Ну ты просто глянь, ну это ж просто... Просто вообще настолько вот шикарно. Ничего не люфтит, все идеально работает. Просто идеально, короче. Вот, тоже откладываем. Дальше смотрим, что тут у нас. Охапка кабелей самых разных мастей, самых разных вообще, в общем, что тут у нас. Так, это что у нас? USB и micro-USB, это, судя по всему, чтобы заряжать геймпад, собственно, вот на этот вход, это, судя по всему, именно сюда. Ну, ты посмотри на это чудо. Так, ладно, дальше, что еще? Гарнитура.
абсолютно не внушающая доверия на вид, если честно. Ну, гарнитура так гарнитура. Ладно, пускай, допустим. А, сетевой кабель и HDMI кабель, в общем, все как полагается. Все как полагается, все достали и, собственно, самое главное, да, самое главное, консоль, сама консоль, ты посмотри на это чудо. Хотел, конечно, белую купить, но, господи, жаба задавила, белая дороже, причем ощутимо дороже. Мое сокровище. Давай, распаковывайся. Снять все это барахло. Честно скажу, дико неудобно одной рукой это все распечатывать, расковыривать. Замотали пеленки 130 миллионов раз. Ты посмотри на это чудо. Ну, я был бы в шоке, конечно, если бы она выглядела хуже. На ту стоимость, которую она стоит, она должна выглядеть просто идеально. Вот такая вот. Вот. Вау. Класс, просто класс. Тут у нас, по-моему, съемный жесткий диск. Это можно, кажется, снять, но снимать мы это не будем. Нет смысла. Тут у нас... Что это у нас? Это у нас USB входы. Для диска вход. И что у нас сзади? Давай посмотрим, что у нас тут сзади. Ну и, короче, набор стандартных входов. По сути, абсолютно все стандартные. Стандартные входы. Вот так вот. Вот так вот это чудо выглядит. Так что теперь я приобщаюсь к сообществу консольных геймеров. Теперь у нас полный комплект. И самое главное, это, ну... Сразу после PlayStation самое главное, да, GTA. Ну, будем честными. Зачем, например, год назад люди покупали Xbox 360, PlayStation 3 ради GTA 5? Поэтому покупать сейчас PlayStation 4 без GTA 5 вообще даже, ну, я даже не знаю. GTA 5, PlayStation. PlayStation, GTA 5. Вот такое вот, ребята, чудо. Наконец-то я заимел это все дело. Все, на этом такой анбоксинг заканчивается. Спасибо, что смотрели. Собственно, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал. А также обращайте внимание на мой Twitch канал, потому что я буду стримить сейчас именно на Twitch с плойки. Она позволяет сразу брать и стримить туда, поэтому... Стримы будут проходить сейчас там. Так что не забудьте и туда заглянуть, подписаться. А, собственно, ссылочка на Twitch есть и в группе ВКонтакте, и на главной странице канала. Так что заходите туда на огонек. На этом все. С вами был Док Браун. Удачи, друзья. Не болейте. До новых встреч. Пока-пока.